32-летняя Настя Каменских отдыхает с 38-летним Потапом, Алексеем Потапенко, в Мексике. Даже на курорте артисты не забывают о спорте. Певица показала результат постоянных тренировок. Она поделилась снимком с мужем, сделанным после тренировки. В кадре Настя и Потап хвастаются своими мышцами на руках. Секс-бомба показала накачанный пресс и стройные ноги. Брюнетка позирует в черном бра и спортивных микрошортах. Она отказалась от макияжа, а волосы собрала в удобный пучок. «Мы стараемся даже на отдыхе держать себя в тонусе», — написала Настя в Инстаграм. Поклонники восхитились силой воли супругов и засыпали их комплиментами. «Вы молодцы! В обычной жизни очень сложно бывает не сбиться с графика, а на отдыхе тем более такой плоский животик. Настя прекрасна! Вы красавчики, лучшие, обожаю вас, Настюша, ты вообще молодцы, браво», — написали фолловеры. Недавно Настя Каменских в дерзком кружеве устроила фотосессию в тропиках. Артистка дразнит мужчин эффектными кадрами в провокационных позах. Она примерила стринги и исполнила эротический танец на пляже в Мексике. Во время медового месяца молодожены не отказывали себе во вкусной еде. В результате по возвращению в Киев Настю начали подозревать в беременности. Тогда она показала активную борьбу с турецкими килограммами.